Армысыздар, құрметті Қазспорт арнасы көрермендері, құрметті волейбол жанкүйерлері, волейболдан әйелдер командалар арасындағы Қазақстан Республикасының кубогы жартылай финал ойыны Тұран және Алматы командалар арасындағы тартысты ойынмен басталмақ. Тартысты деп айтуыма толықтай негіз бар. Деңгейі бірдей, екі команда бір-біріне қарсы ойын өткізеді. 27 жастағы Татьяна Демьянова ойынды бастап берді осылай. Тосқау жақсы қойылды, десе де ұпай Алматы командасында. Кто еще у нас выходил потом? Выходила Мумина Даулетпаева, и только с третьей попытки Асхар Шалхыбеков, выпустив Юлию Садила. 295 сантиметров высота блока, рост 192 сантиметра, очень высокая спортсменка. С такой игрой алматинский коллектив реально может претендовать на победу в кубке. Это будет настоящей сенсацией. Маратова. Нет, не забила. Кузнецова. Кузнецова. И здесь 19-9. Жанель. Браво. Екатерина. 2-0 вчера проигрывал и выиграл. 3-2. Кузнецова. Рак. Садила. Ортис. Кузнецова. Ногайбаева. Просто будет сейчас перекидывать, свечу запускать, чтобы все вернулись на свои позиции. Первый темп. Есіппен басталды екінші кезең. Өзі тауып айтып қазір Тұран ойыншыларына сенімділік сыйлау керек. Үштенін таймаут алса, қазір таймаут кезінде не айтуы мүмкін. Сонымен Ирина Кузнецова допты ойынға қосуын жалғастыруда. Ал есеп 6-да 3. Соң босаңсуға болады. Есеп қазір 6-да 7. Садило, отведенный пас. Ортис! Хорошая подача. Жанель. Идеальная просто доводка до связующего. Центральный блокирующий в лице Татьяны Демьяновой здесь не забила. Посмотрим Кузнецова еще раз. Но на Ортис! Блок. Рак. Кузнецова. Колдина нет. Колдина нет. Ардак. Простая скидка. Кузнецова. Рак. Попала. Изучили. Еще раз Самойленко. Там двойной блок. Рак и Демьянова. Да. Машкова. Эйсом завершает. Да. 25-17.
Шотты дұрыс қабылдап алуы тиіс Кузнецова. Тағы да Ортиз. Бұл жолы ұрмады. Ойқын соққы болмады, көрдіңіздер. Ал есеп 6-да 4. Сырық шалуға мәжбір болдым. Ереже солай дегендей. 7-де 6. Паул. 14, 11, 14, 2-0, Алмата ведет, и Алмата выигрывает. Плюс 3 у них сейчас, хорошая подача Кузнецова. Рак, нельзя заступать линию. Самойленко, мощнейший удар, Рак. Ну, как прибавила, да, Екатерина в этом сезоне. Вспомним прошлый сезон, где ни шатка, ни валка команда выступала не очень удачно. Яковлева сейчас возвращается в состав не как либера. Здесь ап. Без вопросов, никаких претензий сегодня к судьям вообще нет. Не проходит первый темп. Ардак, можно проигрывать мяч, выиграть, постараться это сделать. Джанель, мяч в игре. Опережает Кузнецова сейчас Кудряшова. И... Колдина. Выигрывали же Куаныш со счетом 3-2. Такая же игра же будет сегодня, надеемся. Для нас, для болельщиков волейбола. Дженнифер, посмотрим. Ой, как классно. Хожамбердина. Благодарим Анель Мухамедьярова за этот сейв. Блок-аут. Және блойын аяқталды. Шынша кезеңде 25-19 есеп. Алматы волейбол клубы. Қазақстан Республикасы клубының финалына жолдамалды.